тут же вытирай и писей. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, приздравствуйте. Здрасте. Здрасте. Всем здравствуйте. Итак, нам нужно два победителя. Айфончики пока не разыгрываем. Нам нужно... Блин, хотела чехол купить. Новый для планшета. Хотела купить новый чехол для планшета и забыла. Взяла с собой, блин, эту. Так. Угу. Значит, у нас два номера от 1 до 8048. Давайте попробуем на макбуке включить рандом. Господи, я в этих макбуках как чукча. Сейчас. Сейчас. Я все время забываю и в макбуке пытаюсь тоже пальцами что-то там тыкать. Так. Это нам не нужно. Так, нет. Всем здравствуйте. Итак... У нас с вами розыгрыш. Нам нужно два случайных числа. Сейчас, подождите, очки надену. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте, всем приятного вечера, всем отличного настроения, Испания, привет, всем остальным привет. Так, два нам нужно, два, вот здесь неудобно, что надо двигать как-то. Один, два случайных числа от 1 до 8048, от 1 до 8048. Нет, не так. Ноль пропустила. 0,48. Ага. Итак. Значит, нам нужно два случайных числа от 1 до 8048. Первый победитель у нас получает рюкзак. Вот этот крутой, крутейший, шикарнейший, моднейший рюкзачок получает первый победитель. А второй победитель получает эти вот потрясающие духи с феромонами стоимостью почти 20 тысяч рублей. Эти духи – залог того, что вы 100% будете пользоваться бешеной популярностью у... Сейчас приготовим Юлю, чтобы писать. У мужчин. Или у женщин. У мужчин. Сгенерировать... Итак, 7-7-7-7-1-1-2-3. Какие модные числа. Пишем админу. 7-7-7-7. Офигеть, какие модные числа. И 1-1-2-3. Юля, лови. Офигеть, какие модные числа. Очень крутые числа. Все, сейчас и Юля проверит, как у нас с победителем на этот раз. Слушайте, надо же так вот выпасть, да, 4 семерки число. Вот, ребят, ну что вам сказать, экватор будет завтра, середина, да,
Айфоны у нас разыгрываются, мои дорогие, в понедельник. Не путайтесь и не путайте информацию. Вот они, два айфона, мы их разыграем в понедельник. А то, что вроде, это вроде. Это не то, что должно быть. А что так темно у нас? Вроде свет я включила. Ага. Так, что сказать еще вам, ребят? Ну, во-первых, каждый день наши спонсоры разыгрывают огромное количество подарков. Каждый день 7 подарков от спонсоров, да. Не забывайте смотреть в сторис и в аккаунте спонсоров, и в конкурсном аккаунте, и в моих двух аккаунтах. Везде там приветики-букетики, везде там пишут вам о конкурсах про... Где Юра? Отдан в рабство. Если вы сейчас подпишетесь, то уже завтра вы будете участвовать в розыгрыше подарков. Что за книгу, пожалуйста, да, с удовольствием писала для вас и так далее и тому подобное. Что я разыграю завтра? Ребята, завтра будут снова нереально крутейшие призы. Сейчас я вам показываю. Первый аккаунт закрыт. Вот начинается, да, сейчас будем переигрывать. Ой, что же вы такие глупые-то, господи. Говорим 150 раз, проверяйте аккаунты. Вот, пишет админ моя, первый закрыто. Закрытый аккаунт, мы не можем проверить подписки, естественно, пролет. Сейчас рюкзак будем переигрывать. Сейчас рюкзак будем переигрывать. Вот, ждем второе. Нет публикаций у первого аккаунта. Нет публикации у первого аккаунта. Ждем проверку второго. Дальше. Так, значит, и что я разыграю завтра? Завтра будут два крутейших приза. Снова крутейших, вам повезло. Во-первых, а так как комбез от Титифай сегодня полетел... Куда полетел, не знаю, уже даже трекинг девушки отправила, по-моему, в Сыктывкар или в Питер, на Гатчину. Сейчас посмотрю, куда полетел комбез от Титифай. Секунду. Ну, если аккаунт создают... Ага. Значит, комбез полетел к Шатровой Марии Владимировне в Ленинградскую область, Гатчинский район, город Коммунар, на улицу Садовую. И всем безумно хочется этот комбез, поэтому... Я договорилась с Титифай, и вот они мне прислали еще один комбез, который завтра будет дополнительно к двум-двоим призам разыгрываться. В конкурсном аккаунте будут условия. Комбез стоит 12 тысяч, он достанется вам даром, но вам нужно будет полайкать последние посты у Титифай. То есть следите завтра за анонсами. И плюс завтра же будут два регулярных приза, которых я собиралась. Первый приз нереально крутой. Это комплект бижутерии от Булгари. Я вам сейчас покажу. Комплект бижутерии от Булгари. Так, что там Юля? Так, пишет что-то. Юля. Вторая, нет ни одной подписки, только мой аккаунт. Ну, что за идиоты? Ну, вот, значит, до свидания. Так, опять, ребята, еще раз. Вот зачем вообще подписываться, если вы не подписываетесь на спонсоров, да? Вторая, нет ни одной подписки, только ваши аккаунты и розыгрыши. Ну, вот. А люди мне иногда, знаете, пишут. Мне иногда люди пишут. Где найти спонсоров? Ребята, спонсоры находятся в разделе «Подписки». Заново сгенерировать. 6013 и 312. 6013 и 312. Отправляем, проверяем. А я пока рассказываю про призы на завтра. То есть про комбез от Титифай вы поняли, да? Но это будет дополнительный приз. А два основных приза – это первый комплект бижутерии Булгари. Смотрите, сейчас покажу.
Вот он. Комплект бижутерии от Булгари. Это нереально крутой подарок. Что здесь? Смотрите, серьги, они нереально крутые. Серьги, браслет. А сейчас я вам покажу по-другому. Серьги, браслет и колье. Ой, ребята, носила бы сама, но хочу разыграть среди вас, просто потому что вас люблю. Серьги, Булгари, браслет, Булгари и колье Булгари. Это очень-очень крутой подарок, и он будет разыгран завтра вечером. Подписывайтесь. И уже завтра, если вы еще не подписались, вы сможете выиграть этот комплект. Ребят, он стоит бешеных денег, не буду говорить, сколько он стоит, чтобы самой не расстраиваться. Да, да. Ну вот так. Ничего для вас не жалко. Я всегда стараюсь делать какие-то очень крутые подарки, потому что это реально. Можно мне, пожалуйста, ребят, можно всем, кому повезет. Вот мне бы хоть что-нибудь когда-нибудь выиграть, но я жутко рада за тех, кто выигрывает. Реально, жутко рада за тех, кто выигрывает. Но второй приз, он будет еще покруче. Я вот только не знаю, сознание у вас достаточно расширено, чтобы принять второй приз. Давайте так. Второй приз будет пока сюрпризом. Вы узнаете о нем завтра, ближе к розыгрышу. Но поверьте, такого приза еще никто не разыгрывал в Инстаграм. Никто. Поверьте мне. Завтра вы узнаете. Вот. Итак, значит, завтра целых три приза. Титифай еще один шикарный комбез, но за него надо будет поработать, полайкать аккаунты и посты у Титифай. И розыгрыш будет не в прямом эфире, а непосредственно в Инстаграм, в конкурсном аккаунте. Следите за постами в конкурсном аккаунте. Второй приз. Еще раз повторяю. Дачу у моря размещались. Еще раз повторяю. Второй приз – комплект бижутерии, но очень крутой бижутерии от Булгари. Это серьги. Они очень крутые, ребят. Если вы никому не скажете, что это бижутерия, этого никто не поймет. Браслет. Очень крутой. И колье. Можно носить его вот такую вот на сторону фианитов. Они очень играют. А можно носить на черную сторону. И третий приз. Это приз-сюрприз. Прогулка со мной. Может быть, разыграть еще что-нибудь со мной? Обязательно в следующем гиве. Вот. Ну, что там, Юля? Юля пока еще проверяет. Ну, ждите, ребят. Сюрприз, сюрприз. У меня очень много уже людей выиграло. Знаете, мне очень хочется, чтобы выиграл кто-то из Москвы. Почему? Помните, у меня девочка выиграла в одном конкурсе iPhone из Москвы. И мы с ней встретились. Она приехала в Райкен-Плазу. Я ей собственными руками отдала ей этот iPhone. И ей было так, это было так классно, она была, здрасте, груди, груди будут в сентябре, скажу вам по секрету, операция на грудь или на попу будет в сентябре разыгрываться. Вот, и знаете, вот это, мне так хочется вот этого непосредственного контакта, поэтому я очень хочу, я всех люблю. Вот сегодня я вам показывала, да, в прямом эфире, отправляла в Украину приз, девочка вчера из Киева выиграла бьюти-бокс, ребят, я заплатила 1800 рублей за отправку этого бьюти-бокса, это вообще... Просто писец. Такие вот у нас цены. Вот. И поэтому, конечно, очень... Так. Ну что, 60-13, не все подписки. Только 25 подписок. Девчонки, мальчишки, ну зачем вы это делаете, ребят? Ну я же... Мы же все проверяем. Ну никто же просто так не отдаст призы, понимаете? Ну что значит подписаться на 25 человек и ждать приза? Ну не пройдет на шару ничего. Все у нас проверяется. Ну, ребят, ну я не знаю... Если кто-то приедет за призом в Москву из выигравших, я буду очень рада, особенно если за айфонами. Вот. Ну, сейчас будем вот еще раз переигрывать последний раз. У меня еще Юля на даче, у нее трабла с интернетом. Ждем 312 номер, то есть рюкзак опять никто не выиграл. Похоже, что будем разыгрывать все завтра.
А завтра я, блин, иду на день рождения. Мы с Юрочкой идем на день рождения Марьяны, дочки Лизы. Кто такая? Я купила уже ей подарок. Очень крутые наряды в Гулливере. В Гулливере, да. А вот. И завтра розыгрыш может быть позднее. Но я вам про время напишу. Ну, не позднее 10 вечера. Завтра там будет очень крутой у Лизы праздник. И закончится праздник в 8 вечера. Ну, к 9 приедем. И будет у детей бумажная дискотека. Сначала будет встреча гостей, фотографирование, катание на пони, игры с аниматорами. Потом будет аквагрим, шоу мыльных пузырей, цирковое интерактивное шоу с клоунами. Поздравление именинницы вырвано с тортиком, советую принцессу, который годик исполнился. А потом у детей будет бумажная дискотека. Вот мы идем завтра с Юриком на тусу. Будем тусоваться. Там будет, я уверена, много блогеров, потому что Лиза общается всегда со всеми, ну, у нее много среди блогеров подруг, я уверена, они все будут. Так что завтра ждите крутых фоток. Так, что-то Юля пишет мне про номер 312. Номер 312 все есть. Ура! Поздравляем номер 312 с выигрышем потрясающих духов с феромонами, нереально крутых духов, стоимостью 20 тысяч рублей. Итак, мои дорогие, последняя попытка. Еще раз разыграем рюкзак, и если не получится, то добавим его на завтра. Просто у меня уже сил нет. Итак, одно случайное число нам нужно. Одно случайное число из списка от 1 до 8048 сгенерировать. 1485. Нет, не все, Юля. Какое все? 1485. Последний раз. Так. Ждем. 1485. Ага. Юль, последний, если не... Как бы сейчас, ну, опять какие-то будут траблы, туда завтра добавим. Вот, да, повезло. Ребят, ну будут еще духи. Ребята, написаны правила. И я все-таки надеюсь, что вы адекватные люди, у которых есть... Как, кстати, моя вот эта вот вам айсберг. Купила в аэропорту, в Речоне. Помните, там была у меня жуткая история, когда на меня наехал какой-то чувак, а я с ними ругалась в прямом эфире. Сопляк какой-то оскорбил меня. И я тут же с горя пошла и купила... Этот, как это называется, вот этот, ну, вот эту фигню, короче говоря. Сейчас я вам еще раз для всех неграмотных, извините меня, покажу, где смотреть свои номера. Вот аккаунт розыгрыша, да? И любой человек, подписавшись на аккаунт, автоматически попадает в список номерков, которые выгружаются каждый вечер в 8:30. Вы мне пишете бесконечно в директ, я не отвечаю, что вас там нет. Да, это ваши проблемы. Там есть все, кто подписался на аккаунт. Все номерки здесь. Вот список. Вы на него нажимаете пальчиком. Он грузится, и вот он список. И здесь есть все, кто подписан на аккаунт. И для того, чтобы мне проверить, есть ли у вас подписки, у вас, естественно, должен быть... Естественно, у вас должен быть открыт аккаунт. Иначе вам не надо искать свой номер, понимаете? Свитшот точно. Вам не надо искать свой номер. Мы найдем ваш номер, и админ все проверит. И я удивляюсь, что вы делаете... Я сегодня была в Олимпийке от костюма самого красивого преступника. Я удивляюсь, что вы делаете в Инстаграм, если вы не понимаете вообще ничего. Ребят, ну так нельзя. Ну еще вы хотите что-то выиграть. Ну так правда нельзя. Так вы еще на всех обижаетесь и пишете, что все обман, все подстава. Просто потому, что у вас нет мозгов. Ну, включайте мозги. Мозги надо включать. Вот. Подписывайтесь, потому что завтра очень круто. Сейчас вот если вот этот вот еще 1485 рюкзак не выиграет, то завтра все есть. Ура! 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 Рюкзачок шикарнейший, разыгран. 1485, рюкзачок получила. Сколько терпения, ребят, я сама в шоке, сука, мне надо терпения. Я просто сама реально в шоке от того, сколько мне нужно терпения. Так еще они вечно считают себя обиженными, обманутыми, пишут всякую фигню. Юль, спасибо тебе огромное, выложи, плиз, как вчера в сторис на основной аккаунт. Будь добра, я тебя прям благодарю, давай, до завтра. Вот, ну что, я рада. Всех поздравляем.
Ребят, ну вот кому-то повезло, а в следующий раз повезет обязательно вам. Ну да. Всегда всем везет, в конце концов. Ну не вы. Завтра будет новый список номерков. И полдевятого, каждый раз примерно в половину девятого, мне их выгружают. Что разве? Что ты, Юля, что ты тупишь-то, не могу понять. Выложи первую, у которой было все нормально, она выиграла духи, а вторая выиграла рюкзак. У Юли просто нет интернета, чтобы снять прямой эфир, она в деревне с детьми, и поэтому она толком не понимает. Вот. Ну что, родные, дорогие, любимые, единственные, все хорошо? Кто полюбил, вы не мог, а жали. Но если вы не мог, а жали, то я мог, а жала. Все, мои дорогие, давайте, у каждого свои звезды, у каждого своя судьба, у каждого своя карма. В чем-то всем обязательно повезет. Вот очередная дура, которая пишет о том, как ведутся народ на обман. Вот понимаете, мне просто, знаете, мне вот меня что очень сильно все время расстраивает, очень много дураков все-таки. Где купить рюкзачок? Ребят, рюкзачок где купить? Ну, напишу как-нибудь. Правда, очень крутой, да? Мне тоже жутко прям нравится. Прям очень классный. Все, отправим. Кстати, если победители напишут мне с утра пораньше свои адреса, то я уже завтра вам призы также в прямом эфире отправлю, как отправляла сегодня. Ребята, смотрите выше сторис, там все написано, кто что выиграл, вернее, выше прямой эфир. И Ольга Иванова выиграла. Вот девочка какая-то знает, кто выиграл. И я, Юля админ сейчас все выложит. И я с вами, мои дорогие, и я вас люблю. Ой, устала как собака. Кому-то я кажусь хамкой, и все, кому я кажусь хамкой, отправляются сразу, вы знаете куда. Кто тут такой голый? Так, с грязными носками, на моей подушке. Юка! Юрий Носенков, выключать этот бред. Выключать, мыться, читать книжку и ложиться спать. Давай, жду. Выключать срочно! Я закончила прям. Так, это что за разговоры? Раз. Два. Молодец. Так. На всякий случай, если я покажу еще раз, кто выиграл. Потому что я могла в спешке и в радости не показать. Хотя так, как какая девушка там писала. Вот. Ольга Иванова, ты... Какую кнопочку? Все, уже нажала. Все, пошли мыться.